Представители администрации совместно с муниципальными депутатами проверили работу спорткомплекса «Родина». В этом году объект открылся после капитального ремонта. Первый заместитель главы городского округа Химки Кристина Мадатова и муниципальный депутат Валентин Герасимов осмотрели обновленные залы, пообщались с родителями и тренерами. И нас интересовал вопрос, удобно ли сегодня тренерам, детям, родителям, и есть ли какие-то пожелания? Ну, например, вот, ну, есть пожелания, которые, они незначительные. В 2022 году спорткомплексу исполнилось 40 лет. Жители Химок обратились с просьбой реконструировать здание. Администрация округа поддержала инициативу. Правительство Московской области выделило средства в рамках государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры. Это старейшее спортивное учреждение нашего города. И помимо, ну, сегодня мы видим, что помимо реконструкции самого здания, обновили также бассейн, зал хореографии, тренерские раздевалки. В здании изменили планировку, общая площадь увеличилась на 100 квадратных метров. Появился хореографический зал, ширину дорожек бассейна увеличили. При реконструкции особое внимание уделили комфорту маломобильных групп населения. В рамках осмотра спорткомплекса посетили секцию гимнастики и пообщались со спортсменами. Мы желаем вам хорошо учиться, хорошо заниматься в спортивной школе. Хорошо? Ну и, конечно, слушаться и родителей, и тренеров. Что они и делают, правда? Молодцы. До свидания. Спорткомплекс «Родина» – важнейший социальный объект Химок. Здесь созданы все условия для развития спорта и воспитания подрастающего поколения. Елена Тараненко, Алексей Юртаев. Новости Химки ТВ.